Так весело и душевно проходит смена Веры Николаевны. Яркий берет, форма с иголочки, макияж – отличное настроение. 4 года назад она в корне изменила жизнь. Оставила работу в совхозе и запрыгнула в трамвайный вагон. Пожалуйста, 2 рубля ваша сдача. Пожалуйста, ваши дети. Почему кондуктором? Ну, нравится, потому что. Да и пенсионеров сюда только берут. Сейчас я могу пока работать, почему бы нет? Взяла ипотеку, вот, плачу за ее. Получается нормально. Ну и почти я ее погасила, осталось 150 тысяч. Вежливость, безграничная доброта, внимательность к каждому. Пассажиры отвечают тем же. Совершенно незнакомые люди дарят душевному кондуктору приятные презенты. Спасибо. Вежливо очень. Потом объясняет, что вот и дачи дает, говорит, что сколько. Но не всегда так. Молчат некоторые, ни слова не скажут. А это женщина. И вообще очень приятная женщина, красивая. А вы давно знаете Веру Николаевну? Нет, редко есть. Добрая. Глазки, смотрите, светится. Надо, допустим, встать, маленько ноги прижать. Вот так. И пошел прямо, не качаясь. Вот так. Грации самой Веры Николаевны можно позавидовать. Смена 8 часов. За это время ситуации бывают всякие, говорит кондуктор. Вплоть до конфликтных, но Вера Николаевна аккуратно их тушит ласковым словом. Я вот чувствую, когда они заходят даже с дверей. Понимаете, какой человек. Даже бывает, ну будем говорить, у нас ведь всякие люди ездят, да, есть и бомжи даже едут. Ну вы понимаете... Они доброжелательные, даже вот бывает, что приедут пьяные, ну как вот едут, ну выпивши там или что-то, ну я стараюсь не связываться. Таких, как Вера Николаевна, немного отмечают в депо и называют ее ценнейшим сотрудником. Она может усадить любого пожилого человека. Молодым людям, если те нарушают какой-то там общественный порядок, может сделать замечание. И все это сделать в такой доброжелательной форме, что встречается только понимание со стороны пассажиров. А в предновогоднюю пору Вера Николаевна дарит своим пассажирам праздничное настроение с удвоенной силой. Желаю я вам всем здоровья, мира, благ всех. Ну и чтобы были в лучшую сторону перемены. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком.